На кого мы выбираем, вот этот или этот раненый немец? Ну, я думаю, даже, ну, как бы сказать, то, что я его таким красивым сделал, построил, тут еще удар ему в бок. Да, и башня даже. Ну, классно получилось. Ну, тут он горел. Ну, вот первые два удара были отскоки. Тут еще один ударил бронебойный по панцирю. А тут он загорелся вообще от этого удара. Этот ему все разорвал. Все, вот этот удар ему все разорвал. Как вам такой танк? Я ему тоже еще немножко пушечку в бок содвинул. Но это еще первомодельная вещь. Ну, блядь, вот эти удары, конечно, помогли ему и в боекомплект. А вот этот его вообще убил. Вот этот его убил. И мотор сгорел, и башня. Эти два он пережил, этот он тоже пережил. Вот здесь ему был удар под водителя. Как вам такой модель, а?